В Самаре проверят все школьные автобусы. Об этом говорили на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Где в Самаре чаще всего происходит ДТП и что нужно сделать, чтобы этого не было, узнаем прямо сейчас. Аварийно-опасных участков на дорогах Самары становится все меньше. 41 объект до конца сезона будет полностью оборудован всеми необходимыми средствами организации дорожного движения. В том числе вблизи 14 школ появятся лежачие полицейские. Все проблемные вопросы были озвучены, понимание есть по решению всех вопросов, поэтому все цели будут достигнуты. До 1 сентября проверят все школьные автобусы. В дальнейшем запланировано обновление устаревших машин и покупка новых. Особое внимание уделяется нанесению разметки пешеходных переходов и установке барьерных ограждений на дорогах рядом со школами. На следующий год 5,5 тысяч метров по барьерным ограждениям. Мы в полном объеме, нужно 13, по-моему, или 14 миллионов рублей, закроем тему школ по барьерке. Вот это в планах железно стоит, и эту мы тему закроем. Особенно остро транспортный вопрос стоит в микрорайоне Крутые Ключи. Корпуса школы там находятся по разные стороны проезжей части, в нескольких километрах друг от друга. К новому учебному году там организовали перевозку школьников из одного корпуса школы в другой. На маршруте будут ходить 7 автобусов. Установлены дополнительно светофоры, установлены будут знаки, ограничивающие стоянку, чтобы проезжали автобусы, благоустройство территории, асфальтирование дороги. Работы идут полным ходом. Сейчас на маршруте школьного автобуса в микрорайоне Крутые Ключи до школы номер 7 наносят необходимую разметку и устанавливают дорожные знаки, в том числе запрещающие парковку на время занятий с 7 утра до 16:00. Это нужно, чтобы обеспечить возможность маневрирования автобусов. В день знаний перевозка начнется с 8:30, чтобы школьники успели на линейку. А со следующего дня автобусы будут отправляться с 7:20 до 8:30 и с 13:00 до 15:15 в обратном направлении. Никита Борисов, Сергей Баскин. События.